Я просто хочу сказать, что это видео я сняла уже до хрена давно. Это было либо в конце июля, либо в начале августа. Летом, короче. Вот. Но я решила его все-таки смонтировать, потому что мне нечего делать, а я болею. Да. В общем-то, приятного просмотра. Привет, с вами та самая Сакура. Я говорю тихо, да. В общем-то, мы сейчас находимся на турбазе, и я буду немножко снимать, а потом смонтирую это, да. Вот так выглядит турбаза. Вот. И сейчас мы пойдем вон туда, к Хопру, да. Мы почти подошли, да. Там катаются на катере. Вот как это выглядит. Наш родной хопер. Сейчас я иду к нам в домик. Вот. И приведу мини-экскурсию. Как говорится, добро пожаловать. Вот это место, где живу я. И еще одна тетенька. Да. Здесь есть розетки, что очень хорошо. Их даже не три, их пять. Иконочка, свет включается, выключается. Две кровати, которые мы разъединим. Отопление, окошко. Тумбочка, на ней мои вещи. Ну, в общем-то, все. Здесь у нас холодильник, стол. Здесь место, где остановились мои родители. Вот. Две тумбочки такие. В общем, все очень миленько, но грязненько. Сейчас я иду за чайником, да, очень интересное занятие. Я буду снимать не все, потому что мой телефон выбран для сборщика, для сборщика песенок, да. И я, так сказать, диджей. Как только включила камеру, гром прекратился. Да, прям вечер-дня. Я хочу, чтобы молния сверкнула, и она попала в камеру. В ТикТоке популярные, типа, видосы. Нет, а вода кидавра, бум. Нет, я видела, короче, видосы, типа... Короче, попала. Так она все время в вольере, вольере. У нас тоже. Как раз лето, и как бы пусть она лучше в вольере будет. И, конечно, когда жара, мы ее, это, конечно, в дом, под кондер. Как бы. Мне нравятся эти звуки. Да, классно. Не, у меня большая фобия самолетов. Потому что у меня какая-то... Я в детстве насмотрелась... И, короче, в этой жизни все повидаю. И, короче, типа, ну, я на самолете не летала, честно говорю, на поезде не ездила, только на машине пешком. О! Всё. Это вся моя жизнь. Дождик. Кажется, дождик собирается. Ай, хорошо, все будет хорошо. А, нет, это не та песенка. Не поняла. Это чита дрита, да, же, оно так называется. Вот это что ли, блин? В общем-то, сейчас уже другой день, да, не поверите. Снимала я вчера мало, но все-таки снимала. Вот. Просто день прошел не очень-то весело, так сказать, интересно. Но что-то я снимала. Вот. Я вставила это в видео, и еще с папиного телефона надо перекинуть мне на телефон. Тоже вставлю. Вот. Так, что рассказать? У нас была гроза небольшая и гром, но были это не над нами, а где-то вдали. Но это было видно и слышно. Вот. Ну и был дождик, маленький, небольшой дождик. Вот, и сейчас я только проснулась, да. Что еще рассказать? Я вчера дорисовала рисунок один свой. Внизу я оставлю ссылку. Ну, не ссылку, а название моего инстаграма, и там будет, скорее всего, рисунок. Надеюсь, он будет раньше, чем увидит это видео. Вот, рисовала я его 2 дня, сразу говорю. И что еще рассказать, я не знаю. Вчера у меня очень болел живот, песен, да. Единственное, что я могу рассказать. Ну, в общем-то, сегодня я тоже попытаюсь что-то снять. Это последний день. Мы, так сказать, здесь с часу до часу. Вчера мы в час приехали. Сегодня в час уедем. Вот. Ну, в обед, можно так сказать. Ну, в общем-то, я сейчас что-нибудь досниму. Для вас это будет секунда, для меня, может быть, и часы. Да. В общем-то, смотрите. Надеюсь, так меня слышно. Да. Прохожусь, так сказать, по местным достопримечательностям. Просто хочу посмотреть, что здесь. Прогуливаюсь, короче. Вот, смотрите, вот это может обрушиться, потому что берег, так сказать, обмывает, когда... Типа на следующий уход, возможно, этого не будет. Вот. Да. Спустимся к Хопру, моему любимому. А, еще вчера я купалась в Хопре. Вот, в инстаграме, надеюсь, будут фотки, но, скорее всего, не будет или будут, не знаю.
Если буду, то это будет классно. Вот. Сейчас мы спустимся к Хабру, да. А что еще рассказать, я не знаю, да. Но я купалась в Хабре, несмотря на то, что вода была не такая уж и теплая. Но когда ты привыкаешь, там даже неплохо, вот. Так, спускаемся вниз. Так, это последняя лесенка. Здесь я спускаюсь, так сказать, немножечко не по-обычному, держа ногу наискось, потому что ступенечки не такие уж и большие, мне стрёмно немножечко. Вот. И вот так вот мы спускаемся. Так, теперь туда. Вчера, кроме нас, здесь были тоже, так сказать, дискачи, вот, которые орали всякие песни. Я надеюсь, меня слышно, и я не снимаю это впустую, потому что я не вспомню, когда буду это монтировать, что я говорила. Что? Вот. И, ну, они, скорее всего, сейчас спят. Вот. Это были работники банка. Да. Папа так пошутил, сказал, что они вот просто людям кредитов надавали и веселятся. Мне показалось, что там кто-то стоит, а там никого нету. Вот. Сейчас у меня голос такой не асти. Вот. Но все-таки. Что есть, то есть. Хочу пойти туда, посмотреть, что там есть. В общем, как вы видите, здесь ну, ничего интересного, но тут вот как раз таки омывание происходит берега, да. Такой вот судница. Вот. Я не знаю, можно ли на него залезть. Если бы можно было бы, я бы залезла, но я боюсь, что нельзя. Вот, типа, наверх бы залезть и просто сидеть там. Мне кажется, это было бы прикольно. И рисовать. Хочу рассказать вам одну вещь. Возможно, в этом году я начну делать, так сказать, комнатку. У нас под крышей, если пройти в одно место, там проходик, можно зайти, так сказать, в помещение. Ну, там пыльно, там мусор есть, но если убраться там, сделать какой-нибудь свет, это будет очень даже милая комнатка. Вот. И, скорее всего, я буду это снимать на видео. Вот где я буду одна, где я с кем-то буду. Не знаю, когда начну. Скорее всего, на следующих выходных. Вот, сейчас выходные. Завтра понедельник, да. Мне в школу на отработку. Не хочу в школу на отработку. Вот, я от школы устала, это опять надо вставать в 7 утра, чтобы собраться и пойти, ну, поехать. И, ну, и, в общем-то, насчет этой комнатки, я буду ее переделывать. Только сначала я хочу в фикс-прайсе, когда будут какие-то деньги. Купить какие-нибудь фонарики, гирляндочки, ну, или что-то такое. Я уже иду к своему домику за скетчбуком карандашик, чтобы на одном столике расположиться и начать рисовать. Ну, а что я буду рисовать, я еще не знаю. В общем-то, ждите, когда я буду снимать еще что-то интересное. В общем-то, я уже начала рисовать. Ну, уже нарисовала. И обвела даже так. Вот. Да, только что стерла карандаш, поэтому есть небольшие вот эти вот окурочки, как я их называю. Вот. В общем-то, сейчас я рисую, буду раскрашивать это все вот. Да. А вон там вот как раз-таки тот рисунок, который я нарисовала. Дорисовала вчера, да. Вот. В общем-то, буду рисовать тут. В общем-то, я уже раскрасила кожу и бровки, да. Скорее всего, это не так, как надо раскрашивать, потому что я использовала черный цвет там и все остальное, но я раскрашиваю так, и мне так нравится. Вот, да. В общем-то, ну, по крайней мере, это лучше, чем сейчас покажу, что сейчас найду я. Лучше, чем вот это. Типа здесь я просто ровный цвет брала и делала его, так сказать, темнее, просто надавливая на него сильнее. Сейчас я раскрашиваю вот так вот кожу. Вот. Это в одном скетчбуке, типа, это за 12.06, а сейчас у нас 14.07. Вот, да. Рисую я рисунки очень долго, поэтому вот. Ну, недолго, но, по крайней мере, сейчас я портреты вот эти рисую за 2-3 дня. Вот. Стараюсь быстрее. Но иногда я устаю. Вот этот я вообще рисовал. Я вот фон нарисовал вот как раз только 12.06. А так сам портрет вот этот вот был сделан во время школы, еще где-то в мае, возможно, или апреле, вот где-то так. Ну, в общем-то, вы видите разницу за это все время. Вот, да. И сейчас я стараюсь прорабатывать все. Вот. Ну а сейчас я буду дальше рисовать. Да. Кстати, если хотите обзор на вот этот вот скетчбук, в принципе, я могу его сейчас сделать, потому что это уже где-то половина скетчбука. Вот. Типа, вот. И если хотите обзор на него, то пишите в комментариях. Вот. Ну, а мы приступаем рисовать дальше. Да. Так-то я уже раскрасила все, даже раскрасила более-менее фон. Осталось раскрасить вот эти части, и я начала раскрашивать ручками, такими черными. Вот, но я поняла, что это ерунда полная, но уже ничего не сделаешь, потому что я начала это делать. Вот, я надеюсь, все пройдет нормально. Что я хочу сказать? Ну, вот, первую вот эту штуку я уже раскрасила, вот, да, так вот. Вторую теперь раскрашиваю, и у меня время от времени начинает
переставать писать черная вот эта розовенькая ручечка. Вот, поэтому, мне кажется, она уже скоро все рипнется. Вот, ну, а так я продолжаю раскрашивать, да. Чуть-чуть остаюсь, ну, всего лишь деталь. Я время от времени перехожу с одного угла в другой и начала сейчас раскрашивать вот так вот, в смысле, так сказать, не прокрашивая, чтобы потом поверх вот так вот штрихами замалевать. Мне нравится, типа, как это выглядит, вот. Сначала я хочу сейчас вот так вот как раз-таки промалевать, и потом уже вот так. Мои волосы сейчас попали в кадр. В общем-то, смотрим результат, когда я уже промалюю первый слой. Вот я промалевала, так сказать, первый слой. Сейчас вот так вот буду промалевывать второй, и я хочу посмотреть, сколько вот этим способом выйдет слоев. Вот, типа, я начала здесь это делать только на небольшом уже кусочке. Вот здесь уже решила вот так вот уже делать. Второй слой готов. Видите, уже темнее становится. Сейчас я буду уже по-другому вот так вот малевать третий слой. Вот. Я хочу сначала так сделать, а потом уже нормально раскрашивать, так сказать. Потому что вот так, мне кажется, будет побыстрее. И мне кажется, так даже поменьше чернил сейчас расходуется. А так, не знаю, возможно, даже больше. Вот. В общем-то, делаю вот таким способом. Уже получается довольно плотненько. Вот так вот. Если бы я не сделала здесь уже вот так, я бы сделала вот так с двух сторон, потому что это выглядит, ну, неплохо. Вот. Ну, продолжаем дальше раскрашивать. Я раскрасила, да. Это все. Сейчас надо поставить дату. И где-нибудь роспись. Например, вот здесь. Как вы поняли, я дорисовала рисунок. Сейчас я просто решила прогуляться по турбазе. Вот, я одела кофту, потому что холодно, да. Вот, и забыла рассказать. Люди, забыла рассказать. Как вы видите, у меня крашеные волосы. Да. Что же мне еще делать, кроме как не красить волосы? Ведь я художник, я так вижу. Вот. Я давно хотела покрасить волосы, но это временная краска. Вот. И увидеть, так сказать, не весь, но покрас вы сможете вот в ТикТоке. Вот если вы нажмете, не нажмете, а впишите вот этот вот ник. Это мой ТикТок. Вот. И там я снимала свои волосики, как меня красят. Красила меня моя мама дома. Вот. Потому что, ну, просто покрасить полностью волосы, да и все. Не составить никакого труда. Вот. И вот, что я хотела сказать. Сейчас я иду просто по турбазе. Решила снять свое лицо. Свое очень красивое лицо. Бутылочка. Тут музончик играет, не знаю, слышно или нет. Вот, но играет. Иду я сейчас. В домик. Сейчас я ничего не буду снимать пока что, потому что ничего интересного не происходит. Сейчас у нас уже 11 с лишним часов. Осталось 2 часа. 2. И мы поедем домой. Я очень хочу домой. Я здесь устала находиться, вот. Ночью я проснулась. Я не знаю, во сколько я проснулась, но прям ночь была. Причем такая глубокая. Вот, я хотела в туалет. Вот. А там надо по темноте идти. Вот. Мне было страшно, я позвала маму, да. Что мне еще делать? Ну, в общем-то, буду снимать сейчас что-нибудь интересное пытаться. Вот.